Также Дмитрий Николаевич наведается и в Соликамск. Он посетит ключевые предприятия Верхнекамья, социальные объекты, проинспектирует ход строительства ЖК «Любимов» в Березниках. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора сообщил на своей странице в Инстаграм. Цитата. Начинаю рабочие поездки по краю. Первыми будут Березники и Соликамск. Два промышленных города на севере нашего региона. Пишите, что вас волнует. За весну-лето хочу объехать максимум территорий. Поездки буду анонсировать. В комментариях пользователи уже активно начали обращать внимание главы на интересующие их проблемы. В частности, это состояние дорог, нехватка узких специалистов в больницах и стаи бродячих собак на улицах. О визите Дмитрия Махонина мы обязательно расскажем в нашей программе.